Мой коллега Денис Ионас сегодня отметился на Олимпиаде в Сочи, даже там не побывав. Он принимал участие в акции «Стань лицом Олимпиады». Она проходила в декабре в 30 городах страны. И вот сегодня его трехмерное изображение появилось на фасаде одного из павильонов в Олимпийском парке. Конструкция состоит из нескольких тысяч поршней, которые и создали объемное изображение. И еще один амич Денис получил всемирную славу благодаря Олимпиаде. Фотографию строителя Дениса Таруты опубликовали в новостной ленте об Олимпиаде в Сочи на National Geographic. Этот снимок был сделан еще во время строительства Олимпийского парка. К этому моменту Олимпийская сборная России занимает 4-е место в общекомандном зачете с 23 медалями, в их числе 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.